сначала она. Я же не знаю, тебя чувствую, горел, он же пахнет. Опа! Опа! Здравствуйте. Девушка ушла. Вот места очень много. Я предлагаю выехать. Сам предложил за руль сесть. Я не сажусь в чужую машину. Нет, а за мою машину выходите. А я при вас. А какие проблемы-то? Так вот, место. Смотрите, сколько, какого места. Хуя ваша девушка, так, давайте не будем. Так, давайте не будем. Место. А вы почему матом ругаете? Потому что вы заебали, понятно? Да вы что, серьезно? Да. А как вас зовут? Хочешь со мной познакомиться? Марфа, да. Васильевна. Марфа Васильевна? Да. У вас очень красивое русское имя, Марфа Васильевна. Я сейчас возьму биту, и у вас будет очень хорошая машина. Серьезно? Да. Ну, давайте. Куда вы? Я почему должна ебаться, блядь, из-за какой-то... Я не предлагаю вам ебаться, стоит, я предлагаю вам выехать. Как. Стоят, блядь, два мужика, парковаться не умеют, да как? Так тут можно выехать. Почему я должна тратить время вот такими вот методами? Да вы больше времени не тратите. Не ругайтесь, пожалуйста. Я же не называю вашу машину. Да, блядь, была бы я мужиком, я тебе так бы ебала сейчас, размозжила бы, блядь, об асфальт. Ну, давай. Была бы ты мужиком, я с тобой так не разговаривал. Естественно, ты бы вообще молчал и лежал бы в больнице, успокойся, в реанимации. Серьезно? Ну, что сейчас нервы доходят? Давайте выйдем, да и все. Какие проблемы-то? А ты что, блядь, язык-то в жопу-то засунул? А зачем? Так что, мы не ругаемся. Они же не отъедут все равно. Корыто, что толку ругаться, если они отъедут? Почему-то другие все нормально встают, блядь. Ну вы из этого офиса, блядь, встаете как хозяева здесь, а? Мы не из этого офиса. Да и слава богу, что не из этого, но вы сюда приходите. Вы нас простите, пожалуйста. Ну вы не нервничайте так, ничего такого в этом нет. Не, да вы не заебали, права, потому что, понимаешь, вы не первый, тише, который так ставит свое корыто, блядь. Она не права же. Ну, за второй раз уже так. Давайте, давайте, машину. Права не права, вы просто и все. Может проблем. Быть, это вы просто съебнетесь отсюда, блядь, вместе со своей машиной. А давайте мы не будем вот так вот разговаривать. Да. Будем поспокойнее. Давайте, может, я же вежливый. В смысле? Сюда, это общественная машину. Территория, правильно? Так некуда сюда ставить. Территория вот эта. А можно, здания, а можно да, выражаться они без здесь. Этих? А можно есть выражаться без этих слов? Дома. А можно выражаться без этих нельзя. Слов? Нельзя. А почему? Не умею. Ну, с утра. Но... не в духе. Не в духе, ладно, да? Все, ну, не в духе, да. Ну, давайте. Давайте. Расстанемся, друзья. Не надо, давайте.